В Дальневосточной пожарно-спасательной академии прошел 6-й выпуск молодых офицеров. Торжественное мероприятие состоялось на корабельной набережной Владивостока. В этом году 49 человек очной формы обучения успешно окончили учебное учреждение. 3 выпускника получили медаль за особые успехи и 2 выпускника закончили академию с отличием. Выпускается из стен академии 49 выпускников. Все будут проходить службу на территории 12 субъектов Дальневосточного федерального округа. В этот знаменательный день, конечно же, хочется пожелать выпускникам успехов в деле обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий в субъектах Дальневосточного федерального округа. Мероприятие посетили руководство Главного управления МЧС России и Дальневосточной пожарно-спасательной академии, представители органов местного самоуправления, духовенства, почетные гости, ветераны пожарной охраны, а также родственники и близкие выпускников. Совсем скоро молодые офицеры отправятся в регионы страны, где пополнят ряды подразделений МЧС России. Ну, какие впечатления? Было много тренировок, репетиций, к этому шли очень долго, но впечатления, конечно же, феерические. 5 лет к этому идти, и вот, наконец-то, финишная черта, даже не прямая. Очень рад, что все закончилось, очень грустно, что все закончилось, но продолжаем жить, остаемся в службе. Надеюсь, не подведу, и я точно не подведу нашу академию. Спасибо. Самый яркий, ну, конечно, было много всяких ситуаций, которые не для протокола. Было много разных ситуаций и торжественных. Просто хочется сказать, что благодарен Академии за то, что она меня сделала таким, какой я есть, она меня раскрыла. За это я очень благодарен.